25 июня церковь празднует память преподобного Ануфрия Великого. Преподобный Ануфрий жил в IV веке в Египте. 60 лет он подвязался в одиночестве в Фиваитской пустыне. Еще будучи послушником в монастыре, он вдохновился рассказами о жизни отшельников и решил последовать их примеру. Возможно, о подвигах и жизни преподобного Ануфрия никто бы не узнал, но Господь сам прославляет своих подвижников. Один из фиваитских монахов, преподобный Пафнутий, решил составить жизнеописание подвижников египетской пустыни. Он отправился вглубь пустынных мест, надеясь повстречать монахов-отшельников. Господь привел святого Пафнутия к пещере, где жил преподобный Ануфрий. По просьбе святого Пафнутия подвижник рассказал о своей жизни. Он тайно покинул монастырь, потому что желал пребывать в полном уединении и долго искал место для кельи. Наконец он нашел пещеру, недалеко от которой был источник и росла пальма. Так он и жил, питаясь плодами пальмы, а также той скудной пищей, которую удавалось отыскать. Все остальное время преподобный Ануфрий проводил в молитве. Удивившись, как столько лет провел подвижник в полном одиночестве, преподобный Пафнутий просил благословения остаться с ним и поселиться рядом. На это преподобный Ануфрий ответил отказом, благословив святому Пафнутию вернуться в свой монастырь и закончить начатое дело.